Доброе утро, дорогие друзья! Мы рады, что свое утро вы встречаете на телеканале ОТВ вместе да, сегодня... с программой «Наше утро» вместе с Мариной Гес и Степаном Орефьевым. Сегодня 28 июня, среда, я напоминаю. Вы смотрите телеканал ОТВ, время 7 часов 51 минута. И представляешь, многие сейчас делают так вот сверили часы. Наши зрители, правильно, 52. Ну что ж, у кого что бежит, у кого опаздывает. Так, ну, кстати, умеешь петь? Я? Да. Ну, как сказать? Умею, но не всем это нравится, скажем. Не всем это нравится? Да. Ну, давай мы послушаем. Особенно детям мне не нравится, пацанам, сыновьям моим, когда я дома начинаю петь, говорят, не надо, папа, не надо. Только не это. Да. Ну что же, вот на фестиваль, кстати, тебе надо посетить фестиваль нераскрытых талантов. Чтобы вот раскрыться, такой... чтобы, да, чтобы запеть. Раскрыться, чтобы твои дети полюбили твое пение, которое проходит, кстати, в Челябинске. Да, на фестивале выступают участники с авторскими стихотворениями, песнями, театральными постановками, танцами, ну, все, на что душа раскрывается. А танцевать умеешь? Да. Ну, как сказать? Ну, ты понимаешь, умеешь. Ну, как сказать? Танцую. Ну, дорогие друзья, наш корреспондент Алена Чаплыгина посетила фестиваль, и прямо сейчас давайте передадим ей слово. Мы с вами находимся на площадке перед областной публичной библиотекой. Сегодня здесь проходит необычное мероприятие – фестиваль нераскрытых талантов. Организатор надеется увидеть здесь танцоров, певцов, художниц, мастериц. Но пока мы видим здесь только чтецов авторских стихов. Хорошая трава, качнет береза ветром полутихим. Молчанием вспомним Божьи имена. Цветы к земле из пуха, старой, рыхлой. И память вам, героям, навсегда. Но среди чтецов авторских стихов мы заметили молодого художника. Как вас зовут? Меня зовут Жилкина Елизавета. Давно увлекаетесь рисованием? 3 года уже. А что рисуете? Я в основном рисую живопись маслом, либо акрилом, и рисую в основном пейзажи, либо людей. А вас не смущает название фестиваля? Фестиваль нераскрытых талантов? Нет, мне кажется, что это очень подходящее название, ведь в каждом из нас есть какой-либо талант, который мы можем раскрыть. Цель этого мероприятия – помочь молодежи реализовать себя творчески. Для того, чтобы стать участником, нужно было всего лишь зарегистрироваться. Кристина, скажите, откуда взялась вообще идея проведения такого фестиваля? Ну, наверное, наша молодежь Челябинской областной библиотеки, мы давно уже в узком кругу проводим такие мероприятия, читаем друг для друга стихи, показываем творческие работы. Мы подумали о том, почему бы это не сделать все-таки в масштабах города. А вы считаете, в нашем городе много нераскрытых талантов? Я считаю, что очень много. Ну что ж, как мы видим, нераскрытых талантов в нашем городе оказывается совсем немного. В основном это поэты, которые сегодня из-за того, что набрались смелости и пришли сюда, получат зрительские аплодисменты, грамоты от публичной библиотеки и какие-то интересные книги в подарок.